Хьюстон, we got trouble. Здравствуйте, многоуважаемые почитатели обезьяньего творчества. На втором году жизни у портала Забеба.ли образовалась невероятной мощности проблема. На нас подали в суд. Какой кошмар. Смотрите ролик до конца, чтобы знать все подробности. Итак. Здравствуйте, многоуважаемый человек-депутат Алексей Пермяков. Видимо, у вас что-то случилось. Вы, наверное, каким-то образом хотели провзаимодействовать с порталом Забеба.ли. Может быть, у вас есть какие-то потребности в репутационном менеджменте, или вы хотели что-либо нам сообщить? Нет? Как нет? Почему сразу в суд? Что случилось? Индустриальный суд, там увидимся? О, ужас, Алексей, что вы делаете с нами? Не дышите мне в лицо, Алексей! Короче, история. Однажды портал Забеба.ли написал в одной из своих статей кое-что про Алексея Пермякова. Но так получилось, к слову, с песни слов не выкинешь. И вместо того, чтобы с нами культурно об этом поговорить, Алексей сразу же кинулся судиться. Кто выпустил собаку? Даже в несколько этапов. Вначале он пытался выяснить, кто является собственником портала Забеба.ли. Сложный вопрос, Алексей, посмотрите сюда внимательно. Там в домене напрямую указано, что я — это я. Потом он долго пытался выяснить, где нас найти. Алексей, мы находимся через дорогу от ресторана Рио. Это тоже несложно выяснить. Потом долго пытался выяснить, как с нами связаться. Что мешало позвонить по телефону или написать нам e-mail? Не понимаю. Короче говоря, теперь индустриальный суд. Почему индустриальный? Почему без уведомлений? С этим еще разбираемся. Срочнейшим образом выкатывает нам предъяву на то, чтобы мы должны удалить какие-то материалы про Алексея и заплатить ему 10 тысяч гривен. Обезьяны очень любят подобные аттракционы. Жалко, ньюсы закончились, так что приходится снимать экстренные ролики. Если коротко, то мы будем идти до самого победного конца. А в поддержку моих слов на портале Забеба.ли мы во всех деталях поглядим на Алексея внимательно и беспристрастно. Начнем, конечно же, как водится, с декларации его чиновничьей. Прекрасный анализ, много интересного. И дальше постепенно будем разбираться в его непростых взаимоотношениях с Олегом Царевым, с Загидом Геннадьевичем Красновым, а также со всеми остальными участниками аттракциона под названием «Громадская сила». Честно говоря, конечно же, было бы значительно разумнее взаимодействовать с Забебой следующим образом. Да, Алексей, конечно, у вас есть к нам вопросы, приходите к нам на пресс-конференцию. Да, Алексей, вы хотите дать нам интервью? Окей, мы у вас его возьмем, Алексей, конечно. Ну и всякие подобные другие способы выяснения отношений. Алексей, скажите, пожалуйста, нам показалось, или автомобиль марки Range Rover, зарегистрированный на вас, постоянно находится под седлом одного многоуважаемого джигита? Лада седан! Всем большое спасибо, уважаемые обезьянолюбы, мы остаемся и работаем вместе с вами. Поддерживайте нас заходами, приходите на наш сайт и читайте веселое. До новых встреч. А, забыл. Все высказанное в этом ролике является оценочным суждением автора этого ролика. Обратите внимание, ролик выложен на персональной моей страничке на YouTube. И, соответственно, он регулируется пользовательским соглашением YouTube. Что-то не нравится? Жалуйтесь, пожалуйста, в YouTube. Это будет особенно весело.